Добрый день, коллеги. Меня зовут Дмитрий Пискунов. Я врач, кандидат наук, бизнес-тренер. В течение последних 12 лет занимаюсь вопросами страховой медицины. Веду программы MBA в крупнейших университетах Москвы. Основная моя специализация – это страховая медицина. Очень часто вопросы страховой медицины основываются на двух базисных моментах. Первых – это, естественно, договорные отношения, правила игры. А второе – это медицинская экспертиза. Как правило, стоматологов проверяют такие же стоматологи, только работающие в страховых компаниях. Так вот, как правильно подготовиться к ним, к самой экспертизе, как правильно подготовить документы, какие документы должны быть на проверку, как обосновать страховой, не страховой случай, как действительно доказать, что это не подготовка к протезированию или какие-то услуги, которые являются исключением из программы. Вот это вот и будет содержанием основного семинара по страховой медицине, который я буду вести в учебном центре Мегастона.